Тихо-тихо, Шевченко. Девушки, ну что вы, давайте все обсудим! Твою же! Окно, давай к окну! И как мы его спустим вниз? Просто сбросим. Обалдел? Да я делал так 100 раз. Без звезды? Офигеть. Ты уегошил Джеффа Ченга? 100 лет не видел Джеффа Ченга. Как думаешь, его обрадует наш приезд? Ну еще бы. А мы с тобой просто обязаны напоить его в га... Джефф Ченг! Я сегодня останусь дома. Тебе уже 21 год, и твой папаша тебе больше не угрожает. Он здесь. Да, голос его. У тебя собеседование завтра ровно в 8 утра. Будь свеж, трезв, опрятен и не опозорь меня. Джефф Ченг, это же не просто днюха, это 21-й день рождения. Тот самый день, когда становишься мужиком. Тот самый день, когда любого вышибалу можешь послать лесом. 21. Очко! А где мы, кстати? Джефф Ченг, где ты живешь? Не пойдет, надо растрясти. Очнись! Где мой сын? Дома? Спит уже? Свободу попугаем! Здорово, прикол. Люблю девок из общаги. Тебе срочно нужно перепихнуться. А я, по-твоему, чем занимаюсь? Так ты ко мне шары подкатываешь? Братья-славяне пьют, сука, как кони. Дорвались до халявы. А зачем Джеффу Ченгу пушка? Можно стрельнуть. Может, не надо. Давай белочку. Боже мой! Отец Джефф убьет его, если он не появится на собеседовании. Ты его знаешь? А мы, азиаты, должны знать друг друга в лицо, что ли, расистовый хер? Хотя, этого я знаю. Какого хуя? 21 и больше. Что, сынок, пляшем? Ты поглянь на него. И правда пляшет? Да вижу, я вижу. Я к тому, что он делает то, что ты и сказал. Скоро в кинотеатре.